Саратовской области полицейскими задержан подозреваемый в изготовлении и распространении материалов порнографического содержания с изображением несовершеннолетних лиц в сети интернет. Незаконная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Саратовской области. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий полицейскими установлено, что 31-летний житель города Балаково Саратовской области, действуя в качестве администратора нескольких аккаунтов в одной из социальных сетей, размещал видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Полицейскими при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии произведено задержание подозреваемого. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъята компьютерная техника, средства связи и хранение информации. По результатам проведенных оперативных мероприятий следственным отделом по городу Балаково Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г части 2 статьи 242 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрано мера пресечения в виде запрета определенных действий.